Как журналист может отстоять и сохранить свои авторские права на текст, изображение или видео? Ответ на этот вопрос можно найти в книге «Мнимые и действительные интеллектуальные права журналиста», презентация которой состоялась сегодня в Мурманске. Автор монографии Михаил Иванович Кадашников более 20 лет работал фотокорреспондентом в различных российских изданиях. Старший преподаватель кафедры журналистики в Арктическом университете. В настоящее время он читает дисциплины по авторскому праву, профессиональной этике, учит студентов правовым основам журналистики. Данный научный труд, первое серьезное произведение автора в своей работе, он исследовал опыт российского и зарубежного законодательства. Подобной литературы, во всяком случае, на сегодня в России нет. Собственно, и за рубежом тоже нет. Потому что считается, что авторские права журналиста, они как бы вот и есть, и их нету. То есть, если в законодательствах государств многих, в том числе и российском, написано, что информация не охраняется законом, да, то есть не подлежит. И считается, что журналист делает работу свою, да, вот именно тот материал, который не подлежит охране, правовой охране, собственно.